Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной мега-тест. Будем тестировать Барда на битве гильдий. У нас сегодня веселые противники. Лям 945. 900 и 900. Ну, в общем, самое интересное будет на лям 945. Поехали, пока этих посмотрим. Я решил Барда потестировать соло, то есть посмотреть, что он может, как он работает. Потому что, судя по показателям, то, что я вам вчера показал, он нереально крутой. За счет своего отхила, за счет своего стана, за счет того, что он еще и ресает героев в бою, он реально топчик. Сейчас посмотрим. Самое главное, как обычно, не слиться, потому что я больше никого не ставил. Так как Куртиз к нам подбежал, отлично. Оккультист плюс Мэри. Вот интересно, что они смогут ему сделать вдвоем. В принципе, Мэри офигенный дамагер. Но что-то она не тащит. И посмотрите внимательно на его жизнь. Я даже себя сейчас заберу. Вот так вот. Посмотрите на его жизнь. Это просто пипец. Он не проседает. Блин, надо было забежать через Огника и через этого. Там бы было повеселее посмотреть. Просто... просто трэш. Я гляну, или тут у нас нету противников. 955. Нет, тут есть посерьезней. Рея. Зефир. Огник. Оккультист, поехали попробуем через Зефира напрямую напасть. А, смотр, Фрейю активировал. Странно, Фрейя бьет или не бьет? Что-то я не вижу урона. Он начал Зефир бить. Наконец-то. Может, Зефирка затащит его? Недомогание, все дела. Плюс Фрейя. Писал, да его там Огник, его Зефир ушатает. Ну, судя по тому, что вы видите, единственный вариант — это недомогание, это то, что может его убить, но не дать ему зарядиться. Но он все равно включается даже под стрелком и пофиг, под недомоганием все равно он себя отхиливает, причем это еще не максимум героя. Просто жесть. Пипец. Жесть. Кто такой Зефир? Да это никто. Так, давайте сейчас других подбьем. Потом пойдем на топ-1. На битве гильдии сегодня повоюем. 900. Так, что у нас тут? Зефир, землеройка, фоба, ворожей, стрелок, Фрэнк. Ну, тут, кстати, будет интересно посмотреть. А, тут у нас, видите, заряд забирают и нас бьют. Возможно, его убьют. Стрелок у нас забирает энергию. Странно. Все равно не добивают. До половины только доходит и все. Жесть, ребят. Честно говоря, я в шоке. Ну, мы можем, конечно же, слиться. И шанс очень велик, я смотрю сейчас. Но он на фул отхилился.
Но здесь шанс слева есть. У меня просто нету никаких других героев для реса, ничего. Я просто вам показываю барда, как он есть. Сольемся, то сольемся, но сам игровой процесс героя, то есть понимание героя. Вот вам герой, который может стоять против Фрэнка, против Зефира. Это один герой, его бьют и Стрелок, и Фрэнк, и Башни, и... Ему пофиг. Просто пофиг. Плюс героя то, что он не задевает других. То есть он может вытащить, можно вытащить одного, на нем зависнуть. И все. Он себя отхиливает, он дает щит, он не пробивается. Минута 30, 77%. Ну, еще два залпа и все. Просто жесть. Я, честно говоря, в шоке. С того, что он делает. Да, его можно слить. Но это, блин, это ж не атакующий. Не топ там прям мега, да, мега вау герой. Это больше командный герой. Вот вам он во всей красе на дефе. Просто налегке разбирает так еще атома и... Топ-1 у нас останется вроде. Так, тут у нас Фоба, тут у нас Зефир, тут у нас Стрелок, тут у нас Фрэнк. Вот здесь, кстати, шансы очень велики того, что его сольют быстрее, чем на предыдущих. Смотрите, здесь наполовину уже просел. И Зефир даже бьет. Тут, возможно, понадобится подстраховка, не знаю. Я не буду, наверное, кидать ворожей. Если будем сливаться, то будем сливаться красиво. Все-таки мы тестируем героя соло. Но пока вроде плюс-минус относительно нормально. Зефир, воодушка, Фрэнк, воодушка, Фоба, воодушка, Стрелок, Землеройка и ворожей. 6 героев, которые его бьют. И он нормально держит урон. То есть это показатель того, что герой в пачке с ворожаем там и с прочими будет просто неубиваемый. Вот так вот, ребят. Не знаю, что вам сказать. Пишите комменты, что вы думаете по поводу этого героя. Но он однозначно круче, чем другие. То есть на сегодня он один из топовых. Даже хоть он не наносит дамаг. Ему просто пофиг. Просто пофиг. 6 топовых героев с топовыми прокачками. Как так? Айджиджи, что вы делаете? Ну давайте, добейте уже его. Пофиг. Просто пофиг. Тут 100%. Все, у нас остался один. 1900. Но тут возможно слив. Посмотрим сейчас. Так, Стрелок, Фрэнк, Зефир, Оккультист. Ну, та же самая картина. Давайте попробуем где-то через Оккультиста забежать. Так, вот отсюда. Посмотрим. Вот Зефир бьет. Но здесь дамага явно больше проходит, чем там. Стан. Станется, видите. Пробивают его довольно-таки неплохо. Не хватает нам немножко не хватает отхила. Плюс его очень сильно станет. Но вот эти вот юниты, которые выбегают, это реально плюс. Попробуем с другой стороны забежать. Тут вот проседает. Но блин, это против максимальных прокачек. Просто жесть. Еще и смотр. Давайте еще попробуем. Попробуем с другой стороны. Тут, конечно, интереснее, когда его больше будут дамажить.
когда будет больше отхила. Ну, пробуем отсюда. Ну, тут же самая картина. Если вариант только докинуть ворожея ему. Так, потащил он стрелка, потащил он землеройку. Все равно держится еще. Давайте попробуем еще с другой стороны забежать. Стороны Фрэнка ворожи. А, тут еще и дырка есть. С Фрэнком как-то повеселее, он заряжается, но все равно. Здесь точности, видимо, хватает у него, попадают больше. Не вопрос, не вопрос, ребята. Делаем, делаем вот так вот. Раз. И кидаем сюда дополнительно еще ворожая. Я буду орать, если сейчас ворожай сольется с туповыми уклонениями. А, бард нет. Ну, два героя, которые могут свободно держать атаку там топовых героев 6. И посмотрите внимательно на ихнюю жизнь. То есть бард, по сути, дополняет ворожая, а ворожай дополняет барда, и все. Ни хрена не сделаете. Стрелок, который забирает энергию, ни хрена сделать не может. Вот такие вот, ребятушки, дела. Я не знаю. Давай, 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 слейся. Ну, слейся. Это просто пиздец. Ну, просто, ребят, это просто no comments называется. Все, у нас дороги назад нет. Минута 30-57%. О, короче, что я могу вам сказать? Судя с того, что вы видите, у нас жесткий дикий дисбаланс в игре. Просто, просто трэш. Вот и реально. О чем думает IGG, я не знаю, но вводя таких вот героев, никогда баланса они не добьются. Бард, да, действительно топовый герой. Он не дамагер, но он исполняет другую функцию, дефную. И выполняет он ее на все 100%. Это как культист, один в один. Блин, жалко, ворожая не сливают. Вот послили сейчас ворожая. О, отлично. Давайте еще барды слейте. Я хочу, вот хотел именно посмотреть на рез. А, вот он, наконец-то он резнул. Так, у нас где-то здания остались. Поехали, надо их добить. А то мы не успеваем, еще сольюсь. В общем, полный трэш. Что я могу сказать? Герой действительно топовый. Герой ресает, герой дает щит, герой помогает обалденно тиме. Вот. Именно дефная функция, он как оккультист. То есть это два героя, которые на сегодня просто дисбалансят игру, по моему мнению. Которых не надо было добавлять. Ну, многого не надо было добавлять. Но эти герои реально красавчики и топчики. И для бездоната именно оккультист тема. Бард тоже классный, но собрать его без донату, конечно, не судьба так скоро. Ну, надеемся, ждем акций. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Вот такой вот видосик. Всем удачи, всем пока. Кстати, посмотри, что мы там натащили.
17800. Так вот. Всех топов раскрошили.